перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Там модно, смотрим, какой-то крафтовый бар в Ульяновске. Крафтовый бар, это варенье. Вон машин стоит, блядь, сидит тоже вес. Я понял, да. У меня вот здесь друзья тоже сидят, дальше. Это кто, а, пацаны? Да, просто пацаны. Со мной. Мужчинки. Ты как? Рад нормально. Тебе. Слышь, я тебя тоже ответил. А посмотри, сколько подписчиков. Видел подписчиков сколько? Вон сколько у меня. Кто-то позвонил. Бля, пропадает. Слышь, да мне позвонил кто-то. А? Позвонил кто-то мне. Это тебе? Слышь, братан, ты когда вернешься в Россию? Я пока в России еще, вот я еду, смотри, вот у себя на районе. Вернешься оттуда в январе же, да? Не надо это озвучивать здесь. Хуй знает, когда вернусь. Я сейчас свой номер телефона продиктовал по незнанке. Бля. Да. Ну все, держись теперь. Хотя нет, я не надо тебя так держаться, как мне. Ты лучше надо разнести того, кого в прошлый раз не разнес. Да надо дальше идти. Дальше, да? Надо дальше идти, конечно. Я понял. А дальше? Надо туда, давай, в океан. Давай с бам-бамом при вас и выйдешь. Вот с этим, с твоим кентом? Да, да. С ним бой? Не, просто я имею в виду, у вас вес один и тот же? Нет же, он 120 весит. Не-не, ты чё, я вешу 84. Я 84 вешу. Я вешу 84. Ну, я вешу 84, как к бою готовлюсь, так 92. 84 вешу. Блядь, у меня, походу, ёбаный Билайн, блядь, так ловит у меня. Есть такое. Гопники из Ульяновска. По садовому шуршит большой черный джип. За рулем таджик, пассажир в джип. В бардачке что-то лежит, а ну-ка, пока. Нет. Кто был? Гуф. У меня аж 4000 после него осталось. Ну, сейчас все с подписчиков подсъебутся. Он где? Уехал? В Москве? Он? Он там по своим делам улетает. Саратову привет. Саня ушастый, Саня говорит. Солнце суперхерл, я по жизни воевал с Герой. Ну чё? Ну чё, всё? Ладно, короче.
всем давай от души обнимемся. Гуфоня на микрофоне. Ебор. Фокслик. Мне голос куда-то пропал просто. Я потому что громко общался в шумном помещении. Я буду молчать тогда, извините. То скажете, что убился еще, там уже кто-то сказал. Хотя да, убился, наверное. Да, это не чефирчик, это купчик. Здорово, Димон. Привет. Я Марджоба. Ништяк, Димон. Дома как дома, да? Чикаго, Нью-Йорк, нихуя себе. А, да, все же не спят там как раз. Чита это как Чикаго почти. О, Димон, я не видел, что ты звонил. Я на старом номере. Нахуй ты сказал. Я его вычитал, что ты написал. Нет, я на вокзале. Вот кто первый угадает, куда я лечу, тому не будет ничего. Дим, перестань, а? Должно, по идее, прибавляться, да, смотрящих за моим прямым эфиром, чем убавляться.
Вот, уже 1000. Да, спасибо. Не, я себя не буду показывать, я какой-то, блядь, помятый. Никак, конечно, Паша, техник. Вообще никак. Ну, какой-то я не нравлюсь сам себе. Через пару дней покажу. Короче, кто угадает, куда я лечу, того я зафоловлю в ответ. Точную точку, куда я лечу. Девятьсот семьдесят, да, это меньше уже. Да, трубей. Башкирия, да, в Ташкент, в Австралию. Все, давайте, пока.